Теперь, чтобы получить необходимую регистрацию у нотариуса, карагандинцам не придется стоять в очереди в ЦОН. С 1 января 2013 года введена новая электронная регистрация прав на недвижимость. Экономия времени и денег. Амина Смакова знает подробности. Еще в прошлом году у лиц, заключивших сделки у нотариуса, возникла необходимость подолгу стоять в очереди в ЦОН для подачи документов на регистрацию. При этом срок ее оказания составлял 5 рабочих дней. Внедренная в январе 2013 года электронная регистрация прав на недвижимое имущество дала возможность карагандинцам пройти нужные процедуры за один день. При этом за ускоренную регистрацию оплата не взимается, а исчисляется как за обычную регистрацию. На сегодняшний день горожане активно пользуются системой. Такая процедура уже внедрилась во всех регионах Казахстана. На сегодняшний день по всей республике проводится электронная регистрация. Чем она удобна? Удобна тем, что исключает походы в ЦОН, Центр обслуживания населения, экономия времени, так как она регистрируется в регистрирующем органе в юстициях в течение суток, и экономия денежных средств, то есть не оплаты за срочность необходимости нет. Амин Смакова, Карат Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.